О, спасибо, Господи, спасибо. Благодарю Тебя, что все водимые Духом Божьим суть сыны Божьи. Римлянам 8:14. И сыны и дочери Божьи, приветствую вас всех, друзья Церковной Реформации. Вчера, сегодня и вот и завтра на сердце есть у меня вот говорить и говорить молитвенно, такой семинар, молитвенный семинар «Друзья Церковной Реформации», вспоминая в благодарности к Богу, с благодарностью к Нему, вспоминая то, что Его Божий Дух совершал, то, что Он совершал 100 лет назад. Ну, в нашем человеческом, конечно, исчислении 100 лет – это много. 100 лет – это, ну, век целый. Но на небесах вечность, и, знаете ли, с позиции вечности – это лишь только миг, определенный миг. Вот, и даже наш пращур, наш праотец Адам прожил, он вообще прожил, почти 1000 лет прожил. Вот, шутка ли? Да, весьма был насыщен он днями, хотя с позиции вечности он даже одного дня не прожил. Представляете? Потому что у Господа наших 1000 лет как будто бы один день. Вот так вот. Поэтому в небесном измерении Адам даже одного дня не прожил. Ну, почти день прожил, почти день. Вот, но на самом деле смертью умер, вот как и, в общем-то, говорилось. Так что, то есть он не пережил даже одного дня в библейском таком, ну, в небесном таком понимании. Вот, и тем более 100 лет. Если 1000 лет – это как один день, то 100 лет – это очень мало с позиции вечности. Но с нашей человеческой, да, историей – это много. Много событий произошло. Вот за эти 100 лет, да, и, знаете ли, много великого и позорного, много и такого прославляющего Бога и позорящего имя Господне. Всякого было, много всего было. И, конечно, хочу добрым словом вспомнить самые такие величественные чудеса этого 20-го столетия, вот, значит, прошедшего уже. После Второй мировой войны возрождение еврейского государства, возрождение Израиля и что? Иерусалима как столица Израиля. Вот эти два таких важнейших события. Спасибо тебе, Господь. Благодарю тебя. Арсений тоже подключился. Шалом. Шалом алейхем. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Спасибо, Боже всемогущий. Шалом, 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 Господь. И всем братьям, сестрам, всем, кто подключился. От тебя, Господь, я желаю этого шалома, божественного твоего шалома, мира твоего, который выше нашего человеческого понимания, всякого человеческого понимания выше. Спасибо тебе, Господь. Драгоценный мой Бог, слава тебе. Благослови, Господь. Римлянам 8:14 еще раз ваше внимание обращаю. Да, и о миротворцах Александр напоминает нам из Нагорной проповеди, да? Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Аминь, аминь, аминь. Ибо все водимые Духом Божьим суть сыны Божьи. Римлянам 8:14. Спасибо тебе, Господь, спасибо тебе, Боже всемогущий. Все водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи. Сыны и дочери Божьи. Спасибо тебе, Господь. Благословен ты, Царь наш. Аминь. Благослови, Господь, этот семинар. Благослови, Господь. Я благодарю тебя за вчерашнюю часть, эту первую часть, этот первый вечер. Боже, и сегодня, вот в этой второй части уже, прошу Тебя о милости Твоей, Боже, потому что действительно сегодня, спустя 100 лет после начала этого движения Друзей Церковной Реформации, сегодня позволь нам продолжить, позволь нам, Господь, сегодня прославить Тебя, учиться на ошибках наших предшественников,
Боже, помоги, Господь, нам и подражать вере их там, где они подражали Тебе, Господь, где они, как чадо возлюбленные, подражали Тебе. Благослови, Господь. И сегодня, вот в таком историческом таком разрезе, вспоминая имена многих первопроходцев православного обновленчества, реформации, Боже, избавь нас от всякого злого духа критицизма. Позволь нам быть действительно учениками Твоими и в этом, изучая историю христианства. Спасибо Тебе, Господь. Аминь. И сей самый дух в 16 стихе, ниже написано, тоже в той же 8 главе Римлянам, только ниже, в 16 стихе написано уже. Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи. Аминь. Аминь. Да, и Александр еще написал также молиться за мир между Россией и Украиной. Да, я молюсь об этом, сейчас я извиняюсь, отвечу. Да, да, алло, да. Да. А, все, понял, хорошо, выключаю сейчас туда. И я как раз, я начну сейчас эфир, как раз вы зайдете, уже как бы я уже буду занят. Да вы что? А, все, тем более. Хорошо, все, все. Да, не за что. До свидания, да. Все. Можно будет начинать эфир. Сейчас, одну секундочку, я сделаю здесь одну.